Уважаемые жители, в непростых экономических условиях, но особенно муниципальных, поэтому одной из основных задач в этой сфере для нас остается создание комфортных условий для проживания населения. Это в первую очередь улучшение жилищных услуг и повышение качества коммунальных. Могу доложить, что и участие в социальной ипотеке. Если в 2015 году были предоставлены 2 квартиры, 2 места в общежитии, то в 2016 году квартирами обеспечены 5 врачей. Это Мингбоев, Титова, Ковалев, Батечков и Павлова. По программе правительства. Спасибо.